Праздничные накрытые столы, разноцветные шары, зажигательная концертная программа и море улыбок царили в Каспийском банкетном зале «Греция». В преддверии Дня инвалидов, который ежегодно отмечается 3 декабря, людям с ограниченными возможностями здоровья и детям-инвалидам комплексный центр социального обслуживания населения подарил настоящий праздник. Это такой как бы повод, один из поводов отметить людей с ограниченными возможностями, дать им как бы немножко тепла, дать им как бы возможность развеяться здесь. На этом мероприятии для них накрыты столы. Также праздничная программа подготовлена. Спонсорскую помощь в организации мероприятия и подарков оказали председатель собрания депутатов Каспийска Абдулвахид Джаватов, его заместитель Аза Алиева, депутат городского собрания Тимур Насрулаев, генеральный директор компании «Стандарт Риэлти» Магомедзагир Касумов, руководитель единого расчетного центра Магомедтагир Шанавазов, артисты дагестанской эстрады и многие другие. Также посильное содействие оказал и депутат Народного собрания Республики Дагестан Заур Расул. У нас на обслуживании в центре находится 78 детей инвалидов с тяжелыми формами заболевания. Они по состоянию здоровья не могут посещать вот такие мероприятия. Не все могут они посещать такие мероприятия. И Расулов Заур выделяет средства на приобретение для них подарков. И вот в этом году мы тоже приобрели 78 подарков с его помощью. И наши специалисты уже сегодня начали раздачу этих подарков. Началось мероприятие с приветственного слова директора КЦСОН Зиявудина Бахарчиева. Он пожелал присутствующим крепкого здоровья и долгих лет жизни. Заместитель председателя собрания депутатов Аза Алиева также поздравила каспичан с ОВЗ с праздником. Я поздравляю вас с праздником. На самом деле ведущая правильно сказала, это праздник самых добрых и прекрасных людей, потому что если кто-то и чувствует себя физически ограниченным, ваше сердце доброе, мягкое, искреннее. Поэтому я вас поздравляю с праздником. Желаю, чтобы вокруг вас всегда были добрые, искренние друзья, родственники. Никогда не чувствуйте себя другими. Вы прекрасны, живите, радуйтесь. И каждому дню, который вам суждено жить и Аллахом нам предоставлено. Здоровья, благополучия, мирного неба. Вас с праздником. Артисты дагестанской эстрады исполнили для каспийчан зажигательные песни, которые никого не оставили равнодушными. Дети и взрослые по-настоящему были счастливы. Они танцевали и веселились под каждую музыкальную композицию. Также для каждого ребенка и взрослого с ОВЗ организаторы подготовили подарки и сюрприз в виде шоу-фокусов.